большой привет! У нас сегодня вторник, и мы начинаем наш новый влог. Домашний влог. Как и обещала, пока Саша болеет, снимаем влоги. И утро у нас начинается. Осторожно, Саша, не бери. Нет, не открывай. С того жду, что-то у нас протекает. Поэтому мы с Сашей вытираем здесь все. И Саша мне помогает, в кавычках. Ой-ой-ой, девчонки, у нас сегодня что-то мы с Сашей совсем разболелись. У нас сегодня за все беремся и ничего до конца не доделываем. У нас там и машинка стиральная, на плите мясо, и в микроволновке, в духовке у нас киш-торт из рукопаре, картошка фри из... А там все, Саш, из патадус, батата. В общем, у нас полное. Здесь мы собираем посылку. Пойдем покажем. Посылку на Новый год сестре собираю. В общем, все, начинаем и ничего не можем закончить. Этот молодой человек, он у нас капризный сегодня. Саша у меня уже поел, а я вам сейчас покажу мою тарелку. Что у нас сначала Саша ест, потом мама. У меня здесь стейк из говядины, укроп, зеленый лук, цветная капуста и картошка в печке. Она без масла, без всего. Это картошка не из белой картофеля, а из батата. Да. Вот такой у меня будет обед. Я сделала также еще пирог из лукопарея, но это будет на вечер. Сейчас что-то нет у меня с моим носом. Аппетита сильно. Так что всем приятного аппетита, как камел, как говорят французы, все-таки. Можешь? Ой-ой-ой-ой, давай прям залезем в машинку нашу. Просушивать будем.
всех цветов. А поляповая? Вот, вверх. Сыду. Люблю. Я поплю. Всем большой привет! Я рада приветствовать вас на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. У нас сегодня прохладно, но солнечно. И мы с Сашей сидим дома, так как у нас неделя отпуска, так сказать, в кавычках, нас освободили. И знаете, очень задается много вопросов по поводу медицины во Франции и так далее. Пока я не готова, у меня какой-то шок, стресс и отвержение от французской медицины, поэтому я, наверное, сделаю подробное видео позже и поговорим. Ну, спасибо вам всем за большие за советы. Где-то 80, а то и 90% я практически не могу применить этого во Франции. А сейчас мы будем продолжать наш влог. Мы дома. У мамы голова дыбом, понимаете, у меня очень активный ребенок. Если даже вы не видите это на видео, на самом деле это так. Он не останавливается ни секунды, он выворачивает все ящики, он не слушается. В общем, кто имеет таких активных детей, то понимают меня. На губах у меня новый продукт от MAC, новый, потому что они сделали такую подарочную коробочку. Я вам сейчас ее покажу. Это двоечка, карандаш и матовая помада Velvet Teddy. Это такой идеальный нюд. Я просто влюбилась. Он классный, он хорошо наносится, он хорошо растушевывается, он хорошо лежит. Он макияж без макияжа. В общем, эта помада, она известная на YouTube, но у меня в первый раз. И я рада. Спасибо большое Optoli, спасибо MAC за такой подарок. Вот эта замечательная коробочка выглядит. Она вот так. Там находится помада и карандаш. И все это очень хорошо оформлено. То есть вы можете запросто подарить как новогодний или рождественский подарок. Есть в разных цветах. Я оставлю все сноски в инфобоксе, так что переходите, посмотрите. А у меня в оттенке Velvet Teddy. Мне захотелось взять нюд, который бы я могла использовать на каждый день. Карандаш, который называется Boldy Bear. Я оставлю все названия в инфобоксе. Он замечательно подходит под эту нюдовую помаду. То есть тон практически в один, и получается, что губы очень хорошо очерчены, и в то же время не видно карандаша. Можно увеличить контур губ, чтобы губки казались пополнее, кому это необходимо. И знаменитая помада Velvet Teddy в их линейке. Матовая помада, она очень хорошо лежит. Многие говорят, что помады MAC сушат. Мне комфортно с ней. Может быть, совсем чуть-чуть, но это уже каждому самому решать. Поэтому я очень довольна, спасибо большое. И от всего сердца вам ее советую. Это дуэ. Карандаш и помада. Thank you.
вот, мои хорошие, закончился еще один день нашей компании. Надеюсь, что влог вам понравился. Я вам сегодня показала самую настоящую реальную жизнь мамы, блогера и просто женщины. И, естественно, в течение дня я выбегаю куда-то за покупками. Нужно сходить на почту, нужно сделать какие-то документы. Поэтому мне везет, у нас бабушка, вот кричит Саша маме. Ну все, будем заканчивать. Говорим вам спокойной ночи и до завтра. Ваша Светлана Франция.